Поэтому, ну кто должен будет выбрать? Давайте кто-то из вашей противоположной команды выберет. Я не знаю. А они там, да, тусуются? Я понял. Так, ну давай. Кто будет выбирать? Потому что если я выберу, вы скажете подстава и так далее. Можно любого из жюри просто. Давай. Вот это все жюри, да? Вы умеете рисовать? Как вас зовут? Аня, тогда мы вас приглашаем. Давайте мы Аню тоже поприветствуем. Аня, вот сюда, прямо на центральное место, чтобы кайфовать можно было легко. Не, можно сесть прям, чтобы комфорт. Не будешь? А, ты ж юбки, я забыла. Все, не подготовились. Ну, сразу видно, что она не подставная. Аня, телефон отдавай. Все максимально просто. Можно секунду подержать. Короче, есть конверт. В конверте почта находится. Я его запечатаю. Запечатал. Ну, почта там лежит. Так, кому отдать? Ну, давай тебе. О, щипчиками вообще идеально. Вот так держи. Самое главное туда. Ничего не подсовывай. И все следим за конвертом. Все максимально просто. Это детский. Да, вот, вот так вообще идеально. Это детский фокус. Короче, есть раскраска, все мы помним. Там раскраски, детские. Здесь есть, Ань, 5 предметов одежды, которые можно и нужно будет разрисовать. Это носки, шорты, галстук, майка и подтяжки. Что сейчас будет происходить? У тебя на выбор будет 5 фломастеров, смотри, вот. Мне закроют глаза. Я не буду видеть, что происходит. Я буду только тебя слышать, поэтому ты со мной разговаривай, окей? Ты достанешь какой-то один фломастер, покажешь всем его цвет. Вслух цвет никто, естественно, не называет, потому что это будет сильно тупо. А я скажу, что тебе нужно будет разрисовать. То есть ты выбираешь цвет, я выбираю форму одежды, все максимально просто. Фломастер можешь на пол выбрасывать, как будешь готова, либо ему в руки отдавать. А вы все следите за моим младшим братом, что он там никуда не дожимает, сигналы мне там никакие не подает и так далее. Так, сяду вот сюда, вот сюда. Закрой мне глаза максимально плотно. Проверь сначала, что в ушах никаких датчиков у меня нету. Да, вот так. Так, проверь. Все, нет? Как зовут? Нет, закрой глаза максимально плотно. А сейчас вот любой фломастер один достань, всего один. Я не вижу уже цвет, вслух не называй. Достала? Давай так, разрисуй галстук. Очень быстро, схематично галстук. Цвет не обязательно, так что примерно было понятно, какого он цвета. Готово? Так, убирай фломастер, либо в руки, либо на пол, как угодно. Давай второй, доставай любой, какой хочешь. Важно, чтобы это твой был выбор. Достала? Давай разрисуй майку. Очень быстро, схематично майку. Она более-менее большая, но можно быстро разрисовать. Открыла? Да. А ты сегодня кинкалик ушел по запаху чувствую, да? Очень вкусно пахнет. Не-не. Тут мне просто глаза закрыли, я думаю, кинкалями пахнет сюда. Так. Есть? Майку разрисовала? Да. Давай третий фломастер, любой, какой хочешь. Любой. Давай подтяжки, правую, левую подтяжку, чтобы они одинаковые были. Я просто уже задыхаюсь, мне так крепко перекрыли кислород, нос. Так, сколько фломастеров осталось? Два? Давай, любой из них возьми. Есть? Давай носки, правый, левый носок. Очень быстро, тоже схематично. Да. Но они там на суперклей просто приделаны. Есть? Носки разрисовала? Да. Последний фломастер. Что у нас осталось? Я уже запутался. Шорты, по-моему, да? Давай шортики быстро разрисуем, и я открою глаза. По твоей команде. Да, я пока уже свет потерял. Есть? Нет, не открывается. Так, не, ничего страшного. Все открыла. Все? Разрисовала? Нет. Я жду. Мне по минуту просто хватит сегодня. Готово? Да, все. Ну ты ж не подставная. Можешь показать мне, что получилось? Я видел этот фокус, поэтому не переживай, что я вижу. Так, синие носки, зеленые шорты, что это, красная майка, да? Оранжевые подтяжки, желтый галстук. Ты сама решал, какие фломастеры брать? Никто их не подсовывал тебе. На ухо тебе никто ничего не шептал, он там никуда не нажимал. Если сейчас посчитать на калькуляторе все возможные комбинации, их будет 16500 с чем-то. Но в этот конверт я положил всего один рисунок. Давай, никто не подходил. Точно? Все следили. И, конечно, в этом конверте лежит всего один рисунок, давай всем покажем, который, по идее, должен совпасть с твоим. Итак, у меня, значит, синие носки, смотри, зеленые шорты, красная майка, оранжевые подтяжки, желтый галстук. Секрет хотите? Рассказ, только ну, не снимайте. У меня здесь много вариантов. Но, естественно, нету 16 тысяч вариантов. Сегодня все варианты у меня одинаковы. Везде сегодня синие носки, везде сегодня зеленые шорты, красная майка, оранжевые подтяжки, желтый галстук. Я, честно говоря, не знаю, как это работает. Но ты же четко, да, держал конверт? Но смотри, а прикинь, вот если бы я сегодня был в таком луке. Ну, было бы странно, да, я бы как будто аниматор какой-то. Я понимаю, что вас этим не удивить. А у тебя сегодня какие носки, Сань? Синие, прикинь, совпадение, синие. А если бы ты разрисовал красные, уже бы не получилось. Ты же держал конверт, да? Возможно, кто-то подумает, что он там сам нарисовал за кадром, пока никто не видел. А ты сегодня как, может быть, в термобелье пришел, нет? Ну, я в своей. В своей? А можешь показать, в чем ты сегодня? Смотри, у нас, у него
Вроде галстук не совпадает, да, пока? А майка тоже. Но сегодня, почему-то он сегодня пришел в желтом галстуке, в красной майке. Подожди, подтяжки посмотрим. Подтяжки у нас были какие? Оранжевые. И он сегодня в оранжевых подтяжках, в зеленых шортах. Я не знаю, как это работает. Ань, тебе спасибо большое. Эти аплодисменты звучат так, а я желаю, чтобы жизнь у каждого была такая же яркая, как этот рисунок. Не знаю, честно говоря, как это работает. Вы, естественно, не думаете, что сами там 16 тысяч разных вариантов. Будут теперь все думать, что это основные. Вам спасибо за эмоции. С вами было комфортно. Спасибо вам большое.